Сотрудничество Беларуси с районами Иркутской области выходит на новый уровень. Это показало 6-е заседание рабочей группы. Несмотря на то, что пока общение в формате онлайн, экономический эффект от взаимодействия измеряется реальными финансами и договорами. Беларусы, в частности Брещина, заинтересованы в реализации своей продукции пищевой промышленности, которая в российском регионе пользуется особой популярностью. Наши известные крупные предприятия там уже успели зарекомендовать себя. В свою очередь, беларусам интересно производство лакокрасочной продукции. Сегодня общая задача – ознакомиться ближе с потенциалами и продвинуть то, что можно обоюдовыгодно продавать и покупать. За 9 месяцев 2021 года внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Республикой Беларусь составил около 88 миллионов долларов США. Увеличился он на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что это как не итог закономерного сотрудничества в данной области. По итогам периода экспортные поставки Иркутской области в Беларусь составили более 66 миллионов долларов, увеличившись на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Виртуальный торговый дом «Иркутск-Брест» стал одним из важных шагов в процессе налаживания и поддержания долгосрочных договоренностей. В деловых кругах это весьма перспективное направление сегодня активно обсуждается. Обе стороны диалога сошлись во мнении, что необходимо сейчас свои силы направить на большую популяризацию этой площадки. Первый шаг сделан. Сегодня мы говорили о том, чтобы предпринять более активные действия для рекламирования этого информационного ресурса и площадки для активизации сотрудничества наших предприятий, организаций с предприятиями и организациями Иркутской области. Тема экономики из практической плоскости постепенно перешла в плоскость обмена идеями. Так иркутских коллег заинтересовал опыт белорусов в лесовосстановлении и деревообработке. Губернатор региона Юрий Шулейко идею поддержал. Есть что посмотреть объективно. Да, в стране мы действительно перерабатываем и стремимся к переработке пеллет. Пеллет у нас выпускается различного уровня, как и белые, так и смешанные, и брикетированные, и гранулированные. Опять-таки есть первоклассное производство, которое можно посетить, посмотреть, увидеть воочию. Диалог культурный развивается через участие в различных концертах, конкурсах, фестивалях. В частности, российские коллективы представили свое творчество на форуме искусства «Белая вежа». Проходили патриотические проекты. Так, в мае из города над Бугом отправился тематический автопробег «Брест-Иркутск-Брест». На всем пути исследования его участники проводили различные памятные мероприятия. По мнению губернатора Брещины, идей и тем для диалога может быть еще больше. Задача, которая стоит сегодня, не растерять накопленное, а наоборот, приумножить это сотрудничество. Все наши планы, которые мы в дальнейшем будем намечать и фиксировать их, я думаю, найдут полное отражение в нашем взаимодействии, в нашем, так сказать, подходе государственной дружбы. По итогу заседания стороны подписали протокол и утвердили план работы на будущий год. Уже в следующий раз руководители регионов договорились встретиться офлайн на одной из площадок Беларуси или России.